канале Болтушка Веселушка, и я готова исполнить вашу просьбу, а именно, конечно же, снять еще одну серию по замечательной игре «Отряд котят», часть вторая. Итак, где там мои котики? А также, что вы говорите? Да-да-да, готова вас немножечко послушать. Суперслоты? И где их взять? О, точно, глядите, это суперслот! Правда, мне никто не сказал, вернее, мне сказали, на кого этот суперслот можно надеть. Вот же он, мой хорошенький! Да-да-да, ого, сколько у меня суперслотов будет! Ничего себе, это только первые! Ого, сколько кейсов! Мне, я вот только не знаю, на какого котенка одеть этот мой самый первый суперслот. Мне мои подписчики в комментариях написали, что нужно одеть на костюм Мегамена. Но у меня такого костюма, к сожалению, нет. У меня есть Кик, Майер, Миньон, Рейнджер. А еще какие костюмчики? Ой, что-то я забыла. Вот мои костюмчики. Так, ты кто? Ты Атом, а ты Ковбой Би, Вагрент и... Это Аладдин вообще. В общем, никакого Мегамена у меня, к сожалению, нет. Но вы мне обязательно подскажете, как только я этот костюм заработаю. А сейчас вот такой вот командой я готова приступать. То есть идти в бой. Лететь во второй уровень! Вот я уже на месте. Ой, как же здесь все запутано. Что ж, котики, пойдемте медленно. Ой, вы ж по воде не умеете ходить. А, наверх, наверх, надо наверх. Там мы не пройдем. Привет! Ты кто такой? Мы сейчас с тобой, между прочим, сражаться начнем. Вот так. Ого, а он сильный. И мы потеряли одного котенка. Хотя выбили у него часть костюмчика. Так, а это кто такие? Эй, друзья, быстро отдавайте свои костюмчики. Ну, они немножко послабее, но их двое. Вот в чем проблема. Ладно, надо этот уровень как следует изучить. Тут какие-то переключатели, сундуки, выключатели. Так, наверх, мы можем наверх подняться? Кажется, мы застряли. Переключили? Переключили, ну пожалуйста, переключили, смотрите, мы мостик опустили. Ой, кажется, у меня новость. Еще два костюмчика, а я с ними справлюсь? Они могут быть достаточно сильными. А можно мы уже не будем драться? Ну, пожалуйста. О, с одним справились, смотрите. С еще одним справились. Ох, какая красота. И рыбки побольше. И хотя я не побывала на третьем уровне и на втором не очень, но зато я много чего пособирала. Костюмчики, вернее, их части. А ну-ка давайте посмотрим. Я возвращаюсь. Ой, всего лишь 18%. Ну давайте хоть поглядим. Вот они. Мои костюмчики. А на первом... на первом нету. Вот на втором, только на втором есть. Итак, к сожалению, мы не можем даже узнать, что это за котики такие. Ну ладно, не можем-то и не можем. Зато мы можем поглядеть, какие нам силы нужны для прохождения уровня. Итак, по-моему, нам нужна какая-то скорость, значок, жизнь, удар. Ой, я это все не запомнила. Так, а это в первую очередь, по-моему, удар. А ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, у тебя есть? Ну, как бы, да, смотрите. Вот тут кого есть удар. Здесь у меня есть жизни. Слушайте, кажется, это мои силы. А нужен всего лишь удар. А воду как проходить? Что нам нужно? Вроде бы пока только удар и больше ничего. Что ж, давайте еще раз пройдем, посмотрим. Так, внизу, внизу вода, надо наверх. Попробуем чего-нибудь ударить. Идем за камушками. Ну-ка, есть удар? Нет удара.
почему мы этот камень не смогли разбить? Мы чуть себе кулак не разбили об этот камень. Давайте, поднимайтесь, значит, повыше. Придется сражаться. Что же тут еще остается делать? Давай, мы у тебя полностью весь костюмчик заберем. Ну же, давайте, мои хорошие, у вас получится. О, опять мы потеряли котеночка. Обидно до ужаса. Так, давайте теперь с этими посражаемся и тоже позабираем чего-нибудь. Ну-ка, давай, 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 давай. Сражаемся, забираемся, самое ценное. Ого, он издалека нас гасит, вы это видели? Вообще уже наглёшь. Ладно, нам надо возвращаться, чтобы нажать переключатель. Давайте, котики, будем нажимать переключатели, а там увидим все и посмотрим. Вот так вот, отлично. А главное еще рыбки нам подсобирать, чтобы немножечко потренироваться. Так, здесь у нас котики. О, давайте попробуем через верх сходить. Мы же это еще не пробовали. Удар. Бш! О, смотрите, получилось ударить. Я могу наверх зайти, смотрите. Новые костюмы. Ну, здрасте, здрасте, мордасти. Теперь-то мы с вами сразимся по-настоящему. Ого. Они очень сильные. У меня один котенок остался. Один маленький котенок. Да, надо мной посмеялись. Так, давайте посмотрим, какие мы все-таки костюмы поднасобирали. Ну-ка, поглядим. Может быть, что-нибудь удалось собрать? Нет, к сожалению, до конца мы не собрали еще ни один костюмчик. Что ж, придется немножечко моих котиков потренировать. Возвращаемся и идем на тренировку. Так, берем первого котенка, будем тренировать ему. У него все одинаково. Можно вот так вот чуть-чуть, и здесь чуть-чуть, и вот здесь хорошенько. Ого, классно натренировали. Второй котенок вот здесь чуть-чуть, и здесь хорошенько. Слушайте, прямо классно. У меня все котята абсолютно равномерные. Смотрите, еще этого, и этого, и вот так вот. Ну ладно, котики, надеюсь, что вы сытые и довольные. Пойдемте сражаться, забирать наши костюмы. Да-да, старт, старт, старт. Мне вначале нужно использовать кулачок, чтобы все сделать как надо. А потом уже все остальное. Вот, например, через водичку. Попробуй-ка пройди. Так, вот у тебя мы, наверное, заберем последний костюмчик. Давайте! Бах-бах-бах! Та-да-да-та-та-та-та-та-та! Смотрите, как мы усилились! Мы его победили! И не потеряли ни одного котика, представляете? Класс-класс-класс! Теперь с этих содрать все костюмы. Быстро! Раз, два, три! Я уже хочу изучать новые костюмчики. Они у меня, между прочим, такие модные, а я ничего изучить не могу. Так, разворачиваемся, собираем рыбку как следует. Да побольше. Раз, два, три, четыре, пять. Побежали мои коты. Опять. Ну-ка, прыгаем. Ну же, ну же. Мостик уже давно вас ждет. И, наверное, вот здесь мы пособираем тоже костюмчики, чтобы все-таки добраться до финиша. Давайте, давайте, давайте. Раз костюм собрали, что, драться будешь? Меч у тебя крутой. И не очень-то и крутой. У нас все гораздо круче. Вот так вот. Мои котята идут. Быстро, 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 быстро. Много всего насобирали. Целое богатство, так сказать. И два костюма, или может быть даже три. Давайте поглядим. Ух ты шка, целых четыре костюма. Так, первый костюм называется Дэдди. Ого, да, но зато он все время получает по одной рыбке больше. Так, а этот Джудже, Джудже, или как его еще называют, вообще очень странный, но зато очень модненько одетый. Так, а это Хаттер, это кто такой? О, у него тоже
кулак. Он похож на шляпочника из Алисы. Как такое может быть? Медведь-собака. Так и буду тебя называть. И у него, кстати, тоже очень похожая сила. Вот с этим котенком, с миньончиком. Ну что ж, давайте попробуем эти костюмчики понадевать. Даже не знаю, кому. Вот. Ого, какой интересный. Так, отлично. Рыбки, значит, будет нам больше доставаться. Теперь вот этого. Опля! Смотрите, еще больше рыбы. А сила-то ваша где? А скорость? Что-то я ничего не понимаю. А может быть, миньона поменять вот на этого Кантера? Так, а давайте проверим. Вот у миньона 4, 4, 1, 2, 2, 2. А у этого, ну-ка, он как бы слабее. Но зато мы увидим, как они сражаются. Давайте пойдем в бой и на все поглядим. Так, котики мои дорогие, готовы? А у тебя какая сила? Ах, нет, к сожалению, у меня кулака нужного нет, разбивающего все на своем пути. Ну что ж, нет-то и нет. Я оставлю этого кулачного котенка. И иду, конечно же, в следующий бой. Погнали, мои хорошие! Давайте, давайте, давайте! Быстренько, быстренько! Нам теперь нужно вообще всех перепрыгивать, и этого в том числе. О, смотрите, как мы его классно перепрыгнули! Его костюмчик мне совершенно не нужен. Кстати, эти костюмчики мне тоже не нужны! А с ними все равно придется сразиться. Ну ладно, давайте смотреть, как они сражаются. О, у меня, кажется, два дальнобойщика! О, классно! Смотрите, победа! За нами. Все четыре котенка у меня как надо. Так, собирайте побольше рыбки. Еще больше и еще больше. Мы с вами, между прочим, сейчас наверх пойдем. А нам там сила нужна, силющая. О, отлично, забираемся. Так, мы будем наверху забираться. И нам нужно победить вон тех самых котят. О, отлично, здесь мы тоже все сделали. И теперь на самый верх у нас 4 котенка. Мы просто обязаны одержать победу и забрать часть костюмов у этих противных. Давайте. Ну же. Ого. Смотрите, не получается? Ну давай, стреляй же, стреляй. О, нет, одного победили. Давай, давай, еще чуть-чуть. Еще раз. А, не подпускай его близко к себе. Упс. Кажется, он подпустил его слишком близко. Но ничего, часть костюмов мы заработали. А если часть костюмов заработали, значит, можем заработать и еще. Так, этот мне костюм не очень нравится. Давайте мы его уберем. А вместо него возьмем вот этого, например. Как он вам? Ого, какой сильный удар! Эта собачка мне нравится. Так, а кого бы нам еще взять? Идемте вот сюда. Я бы хотела вернуть своего миньончика. Так, даже не знаю. Новенького взяли, двух дальнобойщиков взяли и скейтиста. Так, но у нас есть еще неопробованные костюмчики. Например, ковбой. О, какой интересный. О, смотрите, он тоже будет издалека стрелять. Так, а он сильнее или слабее вот этого? Запоминаем. 19, 23, 20. А здесь 18, 20, 19. Конечно, сильнее. 19, 23, 20 намного сильнее. Давай, меняем. Вот, испробуем двух абсолютно новеньких. Давайте, идемте в бой. Ну, держитесь, ребята. Сейчас вы у меня не устоите. Так, интересно, как же будет эта собачка с ковбоем сражаться? Раз, два, и главное вовремя перепрыгнуть. Да, ура, ура, ура. Силы не потратили. К сожалению, мы здесь потратим. Ну ничего, посмотрим на сражение собачки и ковбоя. Давайте вот так. Ого, ничего себе. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. И все, и они остались у нас не при делах. Ой, главное, не прыгните, не пойми куда. Рыбу ловите! Да, с рыбой я чего-то переборщила. Переключатель, отлично. И наверх, конечно же, наверх, наверх. Опускайся, опускайся. Как мне нравится, когда опускается этот мостик. Так, поднимаемся еще выше, делаем
супер удар, разворот. И вот она, настоящая битва. Надеюсь, нам в этот раз повезет. Ну же, котятки мои, ребятки, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, 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 давай. Ну давай, ну давай, вот так вот. Ну давай, о, да, ближних уже все. Ну, о, смотрите, мы этого победили. Еще раз, ну еще разочек, ну уже. А, нет, то один остается, то второй остается. Ну, честное слово, так нечестно. Так, давайте смотреть. Этот котик очень сильный. Этот котик очень слабый. 17, 21, 20. Давайте посмотрим. 18, 20, 19. Это уже получше. И тоже издалека стреляет. Давайте смотреть дальше. Ну-ка, этот котик. Да, меняем, меняем, меняем. Смотрим силу. Ого! А этот, оказывается, еще сильнее. Так, еще бы кого-нибудь поменять. Ну же, ну же, ну же, 23-20, по-моему, это очень даже неплохая команда. Но еще посмотрим вот эту вот... Ого, вот эта сила! 21-24-19! Да она тут, кажется, самая сильная, вроде бы. Ну, 20-24-17, а этих мы уже пробовали. Вроде бы это посильнее будет, чем вот этот. Да, ну, так себе, честно говоря, нормально, сойдет. По-моему, это все, что у меня есть. Самые сильные, а еще прокачать. Так, идемте, идемте в тренировочный зал. Будем тренироваться. Ну-ка, приятель, ты будешь первый. Прокачаем тебе удар, жизни и скорость. Так, все, рыба закончилась? Нет, ладно, жизни чуть-чуть больше. Так, тебе тоже удар. Вот так, и скорость. Отлично. Так, ой, с тобой разберемся. Удар. Ну, давай еще чуть-чуть. Вот так. Жизни и скорость на оставшиеся. И удар. Жизни и скорость. Отлично. Мои котята намного сильнее. Стали почти что абсолютными спортсменами. И мне опять нужен удар, чтобы пройти этих противных. Я взяла самых сильных котов. Я надеюсь, что у нас получится победить. Очень на это надеюсь. Ай-яй-яй, перепрыгнула. О, перепрыгнула. Ой, это очень хорошо. Так, теперь будем вот с этими сражаться. Ну, давай. Только за 2 секунды, пожалуйста. Раз, два, и победили. Вот так подошли и сразу победили. Отлично. Теперь следующие пошли. А следующие, по-моему, вон те самые сильные. Так, только давайте рыбку насобираем. Отлично. И здесь еще 2. Побольше, побольше вкусной рыбки. Вот так. Переключаем и идем наверх. Прыгаем наверх. Бежим наверх. Стремимся наверх. Во. И наверх еще раз. И к башенке. И сейчас эту башенку драм-тиби-дам-табадум. Ой, смотрите, тут камень, а было дерево. Как такое произошло? Поменялись. Ну же, давайте. Давайте, 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 котята. Давайте, бой, бой. Вы должны их победить. Ну, ну что это такое? Не, ну это вообще уже нечестно. Победили, смотрите, у меня осталось 2 котенка. Упс, кажется, я что-то не то сделала. Здесь-то мы точно проиграем. Проиграем, проиграем. Ну хотя бы один маленький костюмчик выбьем. Нет, не выбили. Но зато почти что выбили. Ничего себе. Все, кто был нашими противниками, абсолютно не устояли. Так, возвращаемся к костюмчикам и смотрим. Смотрите, фан! Это же, кажется, Саски, Саски из Наруто. Мы его костюмчик уже забрали. Так, стоит ли менять? Даже не знаю. Вначале надо посмотреть, что нам дальше-то надо. Опять всего лишь удар? Ну, ребят, так нечестно. Вы что хотите сказать, что мы должны победить этих троих? Благодаря чему? Даже не знаю. Что ж, давайте мерить силы. Вот этот костюм...
костюмчик намного круче, чем предыдущий. Класс, герой мой любимый. Так, а еще, идемте вот сюда. Ну что ж, я думаю, этот навороченный костюмчик мы и оставим. Давайте еще раз попробуем. Если у нас ничего не получится, я прям даже не знаю, что дальше делать. Старт, идемте на поиски костюмов. Давайте, мои хорошие, вы должны быть сейчас гораздо сильнее. Можно было, конечно, рыбкой прокачаться, но я как-то про нее забыла немножечко. Ну-ка, подходите, налетайте на этих двоих. Давай, уничтожайте их за 2 секунды. Раз, два, что? О, я уж думала, что все. Как-то они их долго уничтожали, вам так не кажется? Ладно, будем сейчас возвращаться и все увидим. Так, переключатель, опять этот переключатель. Ну что ж, переключайте, да побежали. Вот, молодцы. Так, а теперь запрыгиваем на мостик. Опускайся быстро. Ну, вот здесь надо было еще костюмчик достать. Но нас это сейчас мало интересует. Нам бы вот сюда... О, глядите, опять дерево. Ничего себе, был камень, сейчас дерево. О, вот наши основные враги. Ну что ж, нападаем. Нападаем, да побыстрее, чтобы не 2 котенка осталось, а 3, 4, 5. О, нет, 3. Осталось 3. Давайте его. О, отлично, 3 котенка. Нам, может, повезет. Может быть, конечно. Давайте. Ну-ка, ого, они сильные, у нас намного меньше жизней. Ого-го-го-го-го-го. Бьются так сильно, вообще нападают. О, отлично, одного сбили. А, нет, второго сбили. Еще бы третьего сбить, но ничего не выйдет, Чуть-чуть не добрались до сундука. Так, прокачка и еще раз прокачка. Первый котенок, 1, 2 и 3. Отлично, второй котенок, силы побольше, жизни побольше и скорости побольше. Что-то мы очень мало насобирали рыбы. И третий котенок, давай. Отлично, немножечко подкачались. Теперь мы должны не подкачать. Это главное. Идем еще один разочек. Надеюсь, что на этот раз получится. Очень надеюсь. Давайте. Так, наверх, только не вниз. Наверх. Ай, куда ж ты повернул? Ну вообще, ну придется сейчас с самого начала идти наверх. Эх, бедные мои глупые котята. 1 прыжочек, 2 прыжочек. Тут нужно держаться. 3 прыжочек. Отлично. Жалко, что у нас лечителя нету. Так бы подлечились от ударов. Ну, быстро нападаем. Давайте за 2 секундочки. Уж этих мы должны побить вообще за 1 секундочку. Вот так вот. Здесь мы всю рыбу собираем до самого победного конца. Особенно ту, которая сверху. Вот. А теперь всю ту, которая снизу. Вот так вот. И пух, переключатель. Бежим дальше. Бежим. Опускаем. Отлично. И подходим поближе. Кстати, мы еще не забрали вот этот костюмчик с беленькой шапочкой. Ну ничего. Я думаю, что в следующий раз обязательно заберем. Давай, Саски, давай. Вот. Мы в нужных костюмчиках. Мы с новой силой. Мы сейчас вас быстро победим. Вот так вот. Ой, опять остался 1 котенок. Ну это же ужас какой-то. Мой котенок упал, уничтожился. И у нас сил совсем мало осталось. Ну ничего, давайте. Давай, добей же его поскорее. А что вы так деретесь? Вот, с одной справились. А, нет, все, по-моему, это все. Ну, давай, он слишком сильный. Давай, еще один удар. А, получилось! Да, я добралась до сундука. У меня лотерейный билет. Поверить не могу своим глазам. А можно мне как-то поверху пройти, чтобы меня больше никто не трогал? Чтобы я так аккуратненько по-маленькому вот так вот вниз, отличненько. Так, а что ж теперь делать-то? Ой, кажется, я в самое начало ухожу. Эй, мне не надо переключатель. О, нет, как это... О, хорошо, что переключатель не переключился.
Что ж, давайте как-то их попробуем обойти, потому что я не справлюсь. У меня совсем слабенький котенок. Мне надо рыбки подсобирать. Вот, наконец-то мой котенок вернулся домой. Я так рада, просто невероятно. Ай, супер, супер, супер. Давайте посмотрим, что нам удалось собрать. Нам удалось открыть один сундук. Нам удалось собрать... Ну-ка глянем на одежку. Смотрите, и сенсей Хакаси, и Сакура. Смотрите, смотрите, и вот этот принц. Его зовут Принц с одним огромным глазом. Мы их всех рассмотрим, но уже в следующий раз. И доберемся до еще одного сундука. Это я вам обещаю, если вы, конечно, будете мне подсказывать, кого лучше брать в бой. Обязательно пишите мне об этом в комментариях. А еще не забывайте подписываться на канал Болтушка-Веселушка, жать колокольчик и приходите ко мне почаще.